Александр Твардовский. Когда пройдешь путем колонн. Когда пройдешь путем колонн, в жару и в дождь и в снег, тогда поймешь, как сладок сон, как радостен ночлег. Когда путем войны пройдешь, еще поймешь порой, как хлеб хорош и как хорош глоток воды сырой. Когда пройдешь таким путем, ни день, ни два, солдат, еще поймешь, как дорог дом, как отчий угол свят. Когда науку всех наук в бою постигнешь бой, еще поймешь, как дорог друг, как дорог каждый свой. И про отвагу, долг и честь не будешь зря твердить. Они в тебе, какой ты есть, каким лишь можешь быть. Таким, с которым коль дружить и дружбы не терять. Как говорится, можно жить и можно умирать. Для вас читал Григорий Коньков. Стихотворение, посвященное Дню скорби 9 мая. Специально для магазина медиаконтента racnet.ru.